Привет, я Оля Ключникова. Последние несколько недель наш черный ящик был завален похожими друг на друга сообщениями. Бюджетные организации заставляют регистрироваться на праймерис ядра. Все происходит под страхом увольнения. Работодатель активно принуждает регистрироваться на сайте Единой России для участия в праймерис. Единороссы рассылают письма бюджетникам о тесте электронного голосования. А ссылка ведет на их сайт. А еще люди присылали скрины из рабочих чатов с принуждением их к голосованию и целые инструкции о том, как надо регистрироваться на сайте Единой России. Вы спросите, какой еще сайт Единой России? Какие всеобщие выборы? Ведь они только осенью. Дело в том, что подготовка к грандиозным фальсификациям в сентябре началась уже сейчас, а ее генеральная репетиция проходила почти всю первую половину года. В этом ролике я расскажу, как власти обкатывали технологию принуждения к сентябрьским выборам, используя праймерис Единой России, которые прошли с 24 по 30 мая. Для начала вспомним, что такое праймерис. Праймерис – это процедура предварительного отбора претендентов на выбранные должности, когда избиратели голосуют за людей, которых хотели бы видеть кандидатами от партии. Казалось бы, неплохая вещь в теории, когда до выборов доходит лучший из лучших. Но не забывайте, как в народе называют Единую Россию. Партия жуликов и воров, партия жуликов и воров, партия жуликов и воров, Единая Россия. В Единой России праймерис давно используют в качестве ширмы. Мол, смотрите, у нас тут внутрипартийная демократическая борьба. Не хуже, чем в Америке. Но если в 2007 году, когда Единая Россия впервые проводила праймерис, это и могло кого-то воодушевить, то в 2021 году в потешный цирк уже мало кто верит. Какая разница, чьи конкретно руки будут нажимать на кнопки голосования в Госдуме за законопроекты, спущенные Кремлем? Неудивительно, что самым запоминающимся событием этих праймерис стало выдвижение Юлии Волковой, экс-участницы группы «Тату», которая вдруг прониклась любовью к России в целом и к Ивановской области в частности. Если я вижу, что действующие политики не справляются со своими задачами, я иду в политику сама. Разумеется, у обычных граждан есть дела поважнее, чем участие в бутафорских праймерис Единой России. Но в этом году власти по всей стране подключили внушительный админресурс для принуждения бюджетников к голосованию именно на праймерис. И причина вовсе не в том, чтобы вдохнуть новую жизнь в партию путинской власти. Истинная цель всеобщей мобилизации – это обкатка технологий будущих грандиозных фальсификаций и принуждения к голосованию в сентябре. Ведь особенность праймерис в этом году – это онлайн-формат голосования в большинстве регионов. И что важно, для регистрации на сайте предварительного голосования избирателю нужно было использовать аккаунт на госуслугах, что само по себе возмутительно. Но еще более возмутительно то, как людей буквально заставляли в этом участвовать. Еще перед началом праймерис появились сообщения, что во многих регионах начинают принуждать бюджетников к голосованию. Например, в Томской области жалобы поступали от врачей, учителей, заводчан и родителей маленьких детей. В Санкт-Петербурге под угрозой увольнения заставляли регистрироваться на праймерис работников здравоохранения, включая водителей скорой помощи. Регистрироваться на сайте госуслуг и МОСРУ заставляли и работников московских больниц. В Тюмени под каток принуждения попали учителя, сотрудники вузов и городских департаментов. В Екатеринбурге сотрудников промышленных предприятий, учителей школ, воспитателей в детсадах и их родственников также просили массово поучаствовать в предварительном голосовании. А членам профсоюза «Учитель» пришлось обратиться в саму Единую Россию с просьбой отстать от преподавателей в конце учебного года, когда рабочая нагрузка на них и без того увеличена. Казалось бы, это безумие. Унижать и раздражать людей участием в каких-то бестолковых праймерис. Но в Кремле плевать хотели на то, что подумают по этому поводу обычные россияне, которые превратились в подопытных кроликов. Ведь для властей было важно провести генеральную репетицию перед основным осенним спектаклем. И что самое поразительное, людей принуждали участвовать в абсолютно бессмысленной процедуре, в которой нет ни конкуренции, ни наблюдателей, ни какого-то другого общественного контроля. Ведь все кандидаты утверждаются в администрации президента заранее. Это колоссальный цинизм – отрывать людей от работы и нормальной жизни просто ради своей прихоти. Но давайте разберемся, как все это было реализовано технически. «Новая газета» опубликовала материал, в котором подробно на примере подмосковного города Мытища описала, как именно на бюджетников давили на рабочих местах. Системно и с привлечением цифровых технологий. Журналисты на условиях анонимности поговорили с десятком сотрудников из сферы образования, ЖКХ, работы с молодежью и культуры. Они рассказали, как проходила мобилизация участников праймерис. Еще 21 апреля руководители бюджетных учреждений собрали в ДК «Яуза». Это скрин массовой рассылки. В ней сообщалось, что на совещание по проведению предварительного голосования явка строго обязательна, а с каждым руководителем должен прийти лояльный IT-специалист. Вместо того, чтобы заниматься работой, учителя, врачи, коммунальщики и другие бюджетники, будто члены какой-то финансовой пирамиды, завлекали своих друзей, родных, близких и соседей в эту унизительную сеть. Куплю жене сапоги. Это просто, Леня. АО ММА. А их начальники постоянно напоминали им об этом в рабочих чатах.
Через школы и детсады пытались привлечь и родителей. Их просили подтвердить учетную запись на госуслугу для того, чтобы в дальнейшем проголосовать за социально важные проекты. Все данные стекались по цепочке наверх, вплоть до кураторов, заместителей главы администрации. Отдельно для них готовили и отчет о подтверждении учетных записей на госуслугах. Новая газета пишет, что руководители муниципальных и казенных учреждений могли передавать третьим лицам, то есть администрации округа, персональные данные тысяч работников. В апреле рядовые бюджетники наконец-то узнали, для чего все это затевалось, когда начали получать инструкции о том, как регистрироваться в предварительном голосовании на сайте «Единой России». Почти все собеседники, пишет новое, отмечали, что столь мощного давления админресурса раньше никогда не было. Раньше нас просто агитировали, а сейчас такое впечатление, что если не придешь, тебя убьют, сказала одна из собеседниц. Это лишь один небольшой подмосковный город, в котором учителей, врачей, коммунальщиков и других бюджетников незаконно от страха увольнения и лишения премии заставляли принимать участие в праймерис антинародной партии. Депутаты, которые плевать хотели на их жизнь и благосостояние. То же самое и в остальных городах и регионах. Бюджетников принуждали к голосованию лишь для того, чтобы проверить способность региональных властей мобилизовать лояльный бюджетный электорат на осенних выборах. Скрины из рабочих чатов, инструкция о том, как регистрироваться на сайте праймерис, приходят со всех концов России. Это были своего рода учения, незаконные и унизительные. Власти уже сейчас дают понять, что будут всеми силами фальсифицировать предстоящие выборы. И только в наших силах изменить эту ситуацию. Обязательно регистрируйтесь на сайте умного голосования, а также записывайтесь в наблюдатели на выборах, чтобы дать отпор тем, кто пытается украсть наши голоса и наше с вами будущее.